Ну, валите. Сыпучий, зараза. Как будто это мы все проехали. Давай, давай. Только когда я в колесо въехал? Давай, давай. Вот дает. Этот расколоть, там еще эти морские организмы. А я думала, ракушки будут. Посорифы. Так что мы на дне моря. У кого инструмент близко? Шестигранники. Не, ну. Или там дают, это можно где-то на дне. Это в ту сторону, что они там посидели. Я ощущение. Пути выложено вот этот. Своим. Ради нее мы приехали. Вау. Сейчас здесь спускаться будем. Желающие могут спуститься вот туда. А сейчас мы поедем вот туда. Посмотри, там будет такой чудесный спуск. Я думаю, что Темпа получит максимум удовольствия. Там внизу джипы, что ли, ездят? Ну, там джипы ездят, ненормальные велосипедисты ездят. А мы нормальные. Мы идем в обход. Ну, там у нас какими-то детскими колясками ездят. Живот в тени. А теперь Марика так. Марика, там я уже составил. У Элиса с САТа есть вариант на 16 километров, Игорь. На этого маршрута. А Марик вышивает. Как вам орел прилетит? Давай. Если вы присядете. Ой. А псели ты делаешь, как грехи душу. Сколько это финиш? Мы еще только начали, Лень. В тени-то лучше. Да. Кстати, правильно, усугубим или усугубим? Усугубим. Кто говорил усугубим? Знаешь, если целиком не попадает, монтировать потом придется. Она же не чищенная. Что мы так взяли? Она привезла, а не купила. Чищенную. Зря так чищенную. И дурак съест. Самые витамины в шкуре, между прочим. Только они не вкусные. А мы не ищем вкусно. Ну-ка, ребятки, улыбайтесь. Ну ты даешь!
завтра приедет, берет тебя.